Всем хай, с вами Стив Про, и сегодня, друзья, я вам покажу мод на новые мечи для Майнкрафта Factorization. Собственно, после установки данного мода, в вашем мире Майнкрафта появятся настоящие новые мечи, которые сможете использовать против ваших врагов, и их силы будут разными, друзья. И да, они будут совершенно другими, они будут отличаться от стандартных, тем, что у них будут свои преимущества. Давайте начинать. Во-первых, у нас есть, к примеру, вот такой огненный меч, и для испытателя мы возьмем корову, друзья. Что ж, давайте смотреть, что делает данный меч. Когда мы ударяем нашу жертву, меч пропадает, и корова поджигается. И в скором времени она погибает, и мы получаем уже жареный стейк, и это довольно классно. Что ж, переходим к следующему мечу, это у нас Air меч, то есть воздушный меч. И давайте посмотрим, как работает он. Наша жертва, друзья, к сожалению, просто получает урон от данного меча, и появляются частицы, друзья. К сожалению, все только... Ну, собственно, друзья, вот такой маленький меч. Ладно, переходим дальше. Дальше идет джунглевый меч, и давайте уже посмотрим, что делает он. Ну, друзья, появляется вот такой маленький взрыв. На самом деле он ничего не делает, кроме того, как наносит урон. Ну и, друзья, последний довольно классный меч, который мне точно понравился. Этот меч, можно сказать, меч молнии, который после удара жертвы ударяет жертву молнией, друзья, смотрите. Да, это просто супер. И урон довольно большой, и с первого удара жертва погибает. Собственно, если вам понравился данный мод, то обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Ну а скачать его вы можете, перейдя в описание под данным видеороликом.